Так, друзья, сегодня удивительный праздник. Называется он День встреченного рассвета. Это что-то такое уже, я так понимаю, японское или китайское. Поэтому мы подобрали песню нашего друга из Челябинска, который туда поближе, Анатолия Киреева, с которым сейчас тусуется как раз, или уже уехал, тусуется муж Лидии Олеговны, Евгений Быков, под которым я сегодня пострижу. Все гитаристы у нас разъехались, все. Подари мне рассвет у зеленой палатки, подари самолет высоко в облака, так как хочется знать, что с тобой все в порядке. Раскаленное солнце со стволы в руках, так как хочется знать, что с тобой все в порядке. Раскаленное солнце со стволы в руках. Выключит свет, лампу солнца потуши, и зажгутся костры, голоса зазвенят, так как хочется петь, а как хочется слушать, а как хочется жить и любить всех подряд, а как хочется петь, а как хочется слушать. Хочется жить и любить всех подряд. Скоро будет гроза по известным приметам. Налетит, нашумит и пройдет полчаса. А как пахнет дождем, это звонкое лето. Кто-то в рупор ладони кричит в небеса. А как пахнет дождем, звонкое лето. Кто-то в рупор ладони кричит в небеса. Подари мне рассвет у зеленой палатки, подари самолет высоко в облаках, как хочется знать, что с тобой все в порядке. Раскаленное солнце в сосновых руках, а как хочется знать, что с тобой все в порядке. Раскаленное солнце.